И всем привет, с вами я, Space Tall, Space If, Space What If. В общем-то, да, это марафон челлендж. Да, я сколько раз уже пытаюсь это интересно написать. В общем-то, я построил несколько челленджей, которые я должен буду пройти за этот видос. Вот, да, тут всякие челленджи, Колька, Бигхэд, Форд, iWeb, не знаю, что. Вот это челлендж с дарами, я его уже залил. Вот, в общем-то, я должен плюс их пройти за видео, если я плюс залю, то, конечно, я задам еще. Первый челлендж, для дарами, у меня еще тут одна FPS. Не знаю, что такое. Ну, этот челлендж я уже проходил несколько раз. Вот такие вот сложные проходы на мини-вейве. Я ничего не сюда видел, потому что он был... О! Вау, привет, прошел! Это было просто. В общем-то, один челлендж я удалил, потому что он был очень сложный. Там еще уже были проходы, чем тут. Там были... Там была ты DPS Frameverses первый, а потом еще я пришел там. Короче, что-то страшное я послал. Окей, Колька. Что еще такое? А, это самый легкий челлендж. Вот так вот, ой. Ой. Почему не работает? Как? Так, готово. Куда мы? Зачем мы фото брать? Так. Так. Нет, так нереально. Ну и просто вот так вот сделаем. Вот так. Будет посложнее. Оп. Это реально посложнее. Окей. Короче, уровень должны пройти все Коли. Причем я смотрю, я его вырежу. Если Коля его не пройдет, то все. А все. Вот такие, знаете, проходы на войне. Это было не сложно, но как-то... Нет, не понимаю, это автоуровень. Все, готово. Короче, этот уровень вот твой не все должен пройти. Усе Коли. Вот это достаточно сложный уровень. Это стоит. Узкий стоит. Вокруг не байпас. Это может быть даже просто. То есть он поуже, чем обычный. Это я в два раза его уменьшу. Просто как не в два раза, а на два вот этих вот. Получается на 6 таких называется, да? Нифига себе, больше! А что? Я не тренировал этих челленджей. Вот это говно какое-то. Это начале челлендж, это сложно. Вот. Первый кликер. Давайте поставим пониже. А, погодите, я же поставлю если на 60, оно будет нелегко, да? Погодите. 60. Сейчас будет дальше идти. Смотрите. Я уже не могу на 60. Как-то неудобно. Видимо, это невозможно на 60 FPS, так что я поставлю без 40. Ну, хотя он плюсает как-то. Сколько можно поставить? 28 FPS.
Я вообще не для этого сюда шел, чтобы вот прессы менять. По идее, вот все нормально. Раз уж оно всегда где-то на 210, потому что будет сюда. Да как это сложно-то? Я не понимаю, как я до этого-то прошел первый раз. Может, там надо поставить? Я не знаю, что за говно. И почему? 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 Я в общем-то. У меня почему-то мои челленджи, которые я выпускал,
они не выпускались в игру. И у меня не получалось сохранить мои сохранения. Поэтому я как бы решил выйти из аккаунта и зайти туда снова. Но я забыл то, что у меня вообще ничего не сохранено как раз. Поэтому мне пришлось все заново перепроходить. Вот Deadlock я перепрошел. Я перепрошел Glass Process, на все три монетки там. Еще раньше перепрошел там. Club Step. Вот. А, Club Step. А, я не открыл. Короче, Club Step я не поставил. Я просто на Club Step был 83. Окей, давай я на другую Club Step. Let's go! Ой, погодите. Я вот кое-что вспомнил сейчас. Давайте, да, 120. Потому что тут, если не ошибаюсь, есть какой-то момент, где нельзя. Почему у меня тут какой-то глич эффект? Это из-за FPS, да? А, идеально. Давайте я одну попытку. Я думаю, что это 75%. Давайте лиса. Лифу. Какой челлендж создать? Я знаю. Ходилки-проделки. Так, сейчас посмотрим. Это сложно или легко? Нет. Тогда, значит, надо сделать это... Ага. А что? А. Ну это сложно. Так. Надо несколько раз иметь хороший такой тайминг. Давайте попробуем вот на медленной скорости. И это, по идее, как будет? Это, по идее, невозможно, да? А, и погодите. Нет, это возможно. Это возможно. Потому что я невозможно, а это возможно. Ну, если первый клик-то можно делать, то можно делать другие клики. Семь! Может, я... Нет.
было просто. Я смог поймать несколько таймингов подряд. Но не смог победить. Надо оп-оп. Да! Скопировать структуру. Это можно? Ну, можно. Вот так. Попробуем. А! Я пишу. Может быть. Это может быть, она... Это просто проблемы, точнее.
Вот такой вот челлендж для Кирилла. Все, Кирилл обязан пройти этот уровень. И нафиг хомяк убирать. Сука. Ну он должен отчаянно. Вообще. Совершенно не больше урашку. Ну, я видел в обзоры то, что в конце типа там адаптация шутки. Я не строй, но она не нравилась. Да и многим тоже, да? Все. Ну, короче, все ничего не поняли. Даже были дебилы, кстати, взрослые, которые, так сказать, на опыте. Она продолжала сам, но... Короче, не надо. Но нет. Ну, кто запомнился? Я, если честно, думала, что... Вот, то, что говорили, то, что там... Вот, не даже промышленно. То, что, типа... Там, шутка... Типа, что не все, я думала, там будет шутка, не сейчас. Я думала, что там будет шутка, типа... Оторвались? Оторвались! Нет, просто... Давайте, если... В общем-то, там за Геночем, Бурашкой и мотоцикле гонятся бандиты, короче, погоня. Вот. И когда они начали... Ну, Гена сказал, что я придумал какое-нибудь кодовое слово, чтобы вот когда они начали догонять, переключало слово, чтобы они не ускоряли. И, в общем, говорит, что давай, слово будет яйца, Тут у нас были тогда маленькие, тогда робот. То что возможно. Ну вот, все, готово. Ага. Ага. Первый проход это просто идет. Надо красиво там. О! Что делать? Ну, по факту, название и цифра говорит сама за себя. А это вообще все равно?
Спасибо, пока, удачи, с вами был.